Развитие новых технологий дает дорогу новым видам мошенничества. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники для обналичивания средств используют мессенджеры, программы для обмена мгновенными сообщениями. Через мобильное приложение мошенники отправляют сообщение от имени известного банка. В нем указано, что оплата покупки с его личной банковской карты успешно зарезервирована. Далее идет ссылка на сайт одного из крупнейших интернет-магазинов. В таких случаях специалисты банка рекомендуют. Удержание, хищение денежных средств вашей банковской карты рекомендуем при получении такого сообщения удалить его и не пытаться звонить по предлагаемому номеру телефона. Эти люди мошенники, и они хотят украсть ваши деньги. Будьте бдительны, не вступайте с ними в беседу, ни в коем случае не раскрывайте данные вашей карты.